Взрослые понимают, насколько может быть коварен и опасен огонь. Но как донести эти знания до детей, чтобы они могли со всей серьезностью относиться к правилам пожарной безопасности? В детском оздоровительном лагере «Юнармеец» мы увидели, что для этого нужно сделать. На всей территории Московской области, включая наши городские округа, проходит под эгидой Главного управления МЧС России такая акция «Безопасное лето». Такие мероприятия мы проводим в каждом лагере, как дневного пребывания, так и с круглосуточным пребыванием, в каждой смене. Теоретическая часть учений прошла в актовом зале лагеря. Ребятам рассказали о правилах поведения при чрезвычайной ситуации, простыми словами объяснили порядок действий при задымлении. Был выбран необычный формат с интерактивными элементами. Все для того, чтобы завладеть вниманием молодой аудитории. Здесь мы детям рассказываем про правила пожарной безопасности, рассказываем про причины пожаров, какие бывают. После устного инструктажа был показан фильм о пожарных. На практической части учений сымитировали задымление. Вожатые оперативно и организованно вывели отряды из помещений и выстроили их на площади. Подоспели пожарные. Они провели для детей мастер-класс по особенностям своей опасной профессии. Безусловно, главным фактором сегодняшнего мероприятия является то, что дети смогли на практике проявить свои знания в области пожарной безопасности, централизованно эвакуироваться из здания актового зала, да, из помещения, ознакомиться с оборудованием пожарной машины, с ее составляющими, задать интересующие вопросы сотрудникам пожарной части. Вот и бронзбойт в деле. На учениях он понадобился только для веселья. Дарья Троицкая, Евгения Корытько, Щелковское телевидение.